Большой пакет законопроектов мы приняли. В основном все они позволяют, дают право и возможности правительству быстро в оперативном порядке реализовать те поручения президента, которые были им озвучены в недавнем обращении. Это большой блок законопроектов о социальной поддержке. И, конечно же, это законопроект, который увеличивает нашу ответственность, жителей за нарушение так называемого карантинного режима, как его сейчас многие называют. Он, на самом деле, законопроект, он больше говорит об ответственности нас самих за наше поведение вот в такое непростое время, по сути, в чрезвычайных ситуациях. То есть, если человек болеет, знает об этом, но при этом не придерживается режима самоизоляции, если он выходит на улицу, кого-то заражает, и у этого есть неприятные последствия, вот тогда наступает ответственность вплоть до уголовной. То есть законопроект говорит, лишний раз нам напоминает, что необходимо посидеть дома. Мы должны понимать, что, оставаясь дома, мы спасаем чьи-то жизни потенциально. Мы помогаем врачам, а врачи сейчас это те люди, которым вот как никогда сегодня нужна наша помощь. А помочь мы можем только одним – остаться дома. Тогда мы имеем возможность в ближайшее время вернуться вот к обычному течению нашей жизни.